Mitsubishi Outlander третьего поколения – настоящий долгожитель индустрии. Автомобиль увидел свет в 2012 году и выпускается уже без малого 9 лет. Однако, несмотря на солидный возраст, благодаря прекрасному балансу потребительских качеств, модель остается актуальной и востребованной по сей день. А вот это уже третий за жизненный цикл обновления Outlander позволило ему вобрать в себя все самые передовые тренды автопрома и идти в ногу со временем. Outlander 2021 модельного года можно очень легко узнать по радиаторной решетке черного глянцевого цвета, новым противотуманным фарам прямоугольной формы и колесным диском очень интересного дизайна. Однако все самые главные изменения внутри. А почувствует их в первую очередь передний пассажир и водитель, поскольку Outlander 2021 модельного года обзавелся новой медиасистемой с большим 8-дюймовым тачскрином, который поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto. А это значит, что система может синхронизироваться практически с любым смартфоном, и сюда можно выводить экран своего мобильного телефона, чтобы пользоваться в дороге всеми привычными приложениями. Главное, за что всегда ценили Outlander, это надежные и долговечные силовые агрегаты. Поэтому даже после обновления кроссовер 2021 модельного года сохранил прежние двигатели и трансмиссии. Базовый мотор Outlander – это двухлитровая бензиновая четверка мощностью 146 лошадиных сил. А старший двигатель – это также четырехцилиндровый агрегат, правда, уже объемом 2,4 литра и мощностью 167 лошадок. Оба двигателя Outlander сочетаются с вариатором, и вот эти тандемы бензиновых атмосферников и коробки CVT наделяют машину весьма приемистым характером и приличной динамикой. Вместе с тем, благодаря бесступенчатой конструкции трансмиссии, машина обладает очень высокой топливной экономичностью. Средний расход бензина на 100 км пути едва превысит 10 литров. А благодаря энергоемким подвескам, высокому клиренсу и опциональной системе полного привода Outlander себя прекрасно чувствует не только на асфальте, но и легком бездорожье. В успехе обновленного Outlander сомневаться не приходится, поскольку его рецепт оказался по-гениальному прост. К надежной и проверенной временем конструкции добавили самую современную и передовую электронную начинку. В конце концов, сами результаты продаж говорят за себя. Уже больше 180 тысяч россиян сделали выбор в пользу этой модели. Неспроста именно Outlander стал миллионным Mitsubishi, проданным в России.